Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 13, и сейчас я покажу вам, как установить уровень заряда батареи в процентах. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Уведомления» и «Центр управления». Листаем вниз и выбираем строку состояния. Здесь мы выбираем индикатор батареи, и мы можем выбрать либо графический, либо процентный внутри значка, либо процентный рядом со значком. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.